Ежегодно в мире фиксируется около 25 миллионов случаев преждевременного рождения детей. Это каждый десятый ребенок. Учрежденный в 2009 году День недоношенного ребенка привлекает внимание общественности к этой проблеме. В перинатальном центре Черкесска стала традиция отмечать этот праздник. Врачи и медсестры украшают отделение, организовывают выставку фотографий, проводят торжественное собрание, на котором обсуждают и успехи, и недоработки, подводят итоги деятельности. Съемочная группа «Вестей» побывала в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра и увидела работу изнутри. Подробности в репортаже Мадины Каракетовой. Праздник завершился несколько дней назад, а в коридоре отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра все еще нарядно и красиво. Фиолетовый цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, который учредил праздник, и благотворительного фонда «Право на чудо», рассказывает исполняющая обязанности заведующей отделением Сусанна Орусова. И цель этой даты – информирование общества о существующей проблеме – профилактика полного срока беременности. На данный момент у нас в отделении находятся 7 недоношенных деток, из них 3 с экстремально низкой массой тела, то есть это детки меньше 1 килограмма. В данный момент идет тенденция к увеличению числа недоношенных детей, что связано с тем, что на раннем этапе производится качественная диагностика и лечение беременных женщин, пытаются сохранить беременность как пролонгировать ее. Причин, по которым ребенок может попроситься на свет раньше срока, по словам врачей, несколько, и одна из них – поздний возраст роженицы и стрессы. И важно вовремя обнаружить проблему. Тогда высока вероятность спасения ребенка, хоть еще и очень маленького, не готового к жизни вне утробы матери. Выхаживание недоношенных детей требует высокотехнологичного ухода, рассказывает Сусанна Орусова. Жизненно необходимые препараты у нас в отделении имеются. Та же аппаратура, начиная с кювезов, аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратуры, что связано с неинвазивной вентиляцией легких у недоношенных деток, препаратов жизненно необходимых. Все это в отделении у нас имеется. Благодаря оснащению и оборудованием и медикаментами в Карачаево-Черкесском перинатальном центре в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных успешно выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела, даже если этот малыш весом всего 400 граммов. У нас в отделении лежит малыш, который родился с массой тела 460 грамм. Вот. При рождении малыш самостоятельно не справлялся по дыханию, был на аппарате искусственной вентиляции легких. На данный момент этому малышу уже почти 3 месяца. Он самостоятельно обходится как по дыханию, постепенно прибавляет в массе тела. Это большая победа в первую очередь самого малыша и всего персонала отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, говорит Сусанна Орусова. Прогнозы благоприятные у малыша. Основную часть в борьбе за жизнь малыш уже прошел. Каждый человек, который приходит на работу, он интересуется состоянием этого малыша. Лежит он достаточно долго, уже прикипели все к нему, уже как свой родной. Огромное сердце – главное качество как для врачей, так и медицинских сестер, которые каждый день ухаживают за самыми маленькими и беззащитными из малышей. Работа с детьми – это, в принципе, очень ответственно. С недоношенными – это втройне. Вот, потому что каждый человек, который приходит сюда на работу, он должен осознавать всю ответственность, которая ложится на его плечи. И одна из таких сотрудниц, человек с большим сердцем, медсестра Мадина Асланукова. «Это для меня и не работа вовсе», — говорит Мадина. «Я прихожу на каждую смену с огромным волнением, в надежде, что с нашими детками ничего не произошло, что им сегодня лучше, чем вчера. К ним и не относишься как к пациентам. За время нахождения в отделении они становятся практически родными, и переживаешь за них так же, как за своих родных». Сидим за сердцем, сатурация, температура. Это каждый час мы мерим. Дальше мы мерим давление, чтобы ребенка давление было нормальное, не высокое и не низкое. Если что, какие-то параметры нам не нравятся, мы сообщаем это все врачу. У нас есть молочная медсестра, кормится каждые 3 часа. Если есть мамочка, если у нас лежит, то мамочка приходит каждые 3 часа, сцеживается, и мы даем грудное молоко. Если этого мамочки нет у нас в отделении, то мы каши таких маленьких кормим нулевкой при нутрилоге.
он побольше единичкой. Ну, каждый подбирается индивидуально по назначению врача. Очень важно в выхаживании недоношенных малышей, чтобы они чувствовали присутствие своей мамы, делится Мадина. Поэтому при отделении реанимации есть специальные комнаты для мам. Мы всегда мамам говорим, чтобы они общались, разговаривали, песенки пели, сказки, что их дома ждут. Ну, все в таком роде, чтобы было у них общение, чтобы они узнавали голос. Но если мамочки нету, ну, мы-то как уже давно, например, этот ребенок лежит, и мы давно как бы его знаем, мы сам уже разговариваем, общаемся с этим ребенком. Конечно, нам тоже это интересно, удовольствие тоже мы получаем от общения с детьми. Во время съемок к своему малышу пришла молодая мама Джамиля Семенова и любезно согласилась познакомить нас со своим сыном. Назвали Ислам. Он родился весом 950 грамм, состояние пока что стабильное. Каждый день подходим, через каждые 3 часа подходим к ребенку, общаемся, берем на руки. Хочу поблагодарить отделение реанимационное отделение медсестер и докторов за то, что они хорошо ухаживают за ним, очень хорошо. День недоношенного ребенка и последующие несколько дней в отделении реанимации интенсивного выхаживания новорожденных ознаменовались важным событием. 6 малышей перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Бывают, конечно, случаи, когда недоношенность оказывает серьезное влияние на здоровье малыша. Но не стоит забывать и о том, что многие недоношенные дети выросли не только полноценными, здоровыми, но и выдающимися личностями, оставившими след в истории. Среди них Наполеон Бонапарт, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Уинстон Черчилль, Марк Твен, Пабло Пикассо. И этот список можно продолжать и продолжать. И вполне вероятно, что кто-то очень великий в будущем лежит сейчас в одной из этих люлек. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.